Так, здравствуйте, наконец-то здравствуйте. Мы приехали, давно я хотел познакомиться с вами поближе, познакомить с вами наших людей, кто приезжает на мероприятие. Так, Вячеслав, давайте начнем с вас, вы новое лицо у нас узнаваемое, на гонках часто бываете. Давайте начнем с главного. Я извиняюсь, то есть как бы на гонках бывает Геннадий Григорьевич не меньше меня, просто он немножко в стороне бывает стоит. Ну, давайте начнем с главного. Чем мы занимаемся вообще вот так? Ну, все знают, что готовят машину, а вот акцент на что делаем? Ну вообще изначально, что мы занимаемся моторами. Да, моторы вообще. Вот, а как бы тюнинг это чисто хобби. Как побочно у нас. Да, это побочно. То есть это далеко не главное совершенно. Там есть хобби у нас рыбалка и вот мотор. То есть мы там... Это станок для восстановления штанов. То есть, и вот, головку верхнюю. Верхнюю головку штана, нижнюю головку штана можно восстанавливать. Менять втулки, растачивать их. Меняется шпиндели, шпиндель сюда можно поставить тот маленький, определенного резец ходит, и достанет он побольше. Вот это станок для ханинговки блоков цилиндров, то есть сначала растачивается, потом ханингуется, то есть получается, грубо говоря, сетка в простонародье. Вот. Бруски меняем, работаем алмазными, графитами делаем, плоско-вершинные ханингования. Вот этот станок, ну это расточка. Он еще может как быть растачивать цилиндр, так и фрезеровать. Как бы. Дальше идет этот станок, как бы у нас конь, мы его называем. Весит 7 тонн. Какая-то ядерная установка. Заходи сюда, Антон, заходи. Шлифовка. Это для шлифовки коленчатых валов. То есть передняя бабка, задняя бабка, патроны ходят у нас как по вертикали, так и по горизонтали. Выставляется по индикатору шеечка. Ну, в паре, естественно, две шейки, потому что они работают. Выставляем, перешлифовываем. Что еще? Вот это вот станок. Плоская шлифовка. Это еще немецкий даже. Да, станок еще, кстати, был немецкий. Еще таблички даже. Древний. Геннадий Григорьевич его восстанавливал. Вот. Может шлифовать, вы уже его видели. Плоскую деталь можно шлифовать. Можно вот... И как профильный. Профильный его использовать. То есть кружок можно заправить вот с таким вот профилем. Что-то круглое можно сделать. Круги сами подготавливали такие дела. Соответственно, вот, конечно. Круги мы сами. Круг, ну обычный, берешь и алмазом. Да, алмазом, вот заправочка там вот есть сзади. То есть мало того, что готовится деталь. Опять же, под деталь определенная нужна. Еще инструмент готовится под деталь. Конечно, то есть круг не просто, не любой круг взял. То есть под определенную деталь твердость круга учитывать надо. То есть они тоже есть там твердые, мягкие. Какой там зерно. Какую зернистость, да. Огромное спасибо за такой ликбез, потому что я, это одно дело, что я в этом деле не соображаю ничего. Но я думаю, мы большой занавес приоткрыли. Как правильно тюнинг делать и... Наконец-то мы развеяли, что вот Каменский, они что-то прячут, никому не показывают. Вот, пожалуйста, мы сейчас находимся в цитадели, где, откуда рождается новый мотор. Да, святая святых. Еще раз говорю, большое спасибо, очень интересно. Надеюсь, что теперь вопросов будет меньше. И надеюсь, люди наконец-то начнут умнеть и делать правильный тюнинг, а не вот этот колхоз. И будет этот колхоз вот тоже, все начинается, может быть, с колхоза. Потом уже ребята будут подрастать. Ну, не все же сразу. Просто это... Легко так. Только нужно стремиться к лучшему. Конечно.